Ну как, уже, как говорится, привычно. Мы тут грохали кругом везде, вот, колы попадали. И там моих соседей, когда я был, тоже родственники. Попадали. Ну как, страх есть. Ну, а что ж. Получается возле, ну, два одеялка, вот если с левой стороны второй этаж, вот. Получается, как раз он где изолента, он перемотана труба с осколками побила. А что, хлопки слышно тут? Хлопки и взрыв. А что на самом деле вы сами видите? Так понимаем, как уже понимаем, что это ограды. Ну, не знаю, даже, кому это все надо. Сами вы все прекрасно видите, а мы здесь живем. Схоже, що в російському керівництві справді злякались того, що гнів світу через побачене в Бучі повториться і через побачене в інших містах, звідки ми неодмінно виб'ємо окупантів. У нас є інформація про те, що російські військові змінили тактику і намагаються прибирати з вулиць та з підвалів на захоплені території убитих людей –